Анна Калабушкина уже не первый раз обращается за помощью к депутату. Ситуация, в которой она оказалась, требует пристального рассмотрения и вмешательства со стороны Вячеслава Александровича. Речь идет об обманутых дольщиках ЖК «Саврасова-парк». Анна отмечает, что депутат с особым вниманием изучает материалы, старается разобраться в ситуации и сделает все возможное для решения вопроса. Очень помогает он в нашей ситуации, действительно неравнодушный человек, действительно как бы, ну, такой народный депутат. Встреча у нас, я думаю, что у нас после, каждый раз после его встречи у нас происходят какие-то глобальные успехи в нашем тяжелом вопросе. Я благодарна, что такие встречи организуются и то, что Вячеслав Александрович содействует. Наталья Рящина, председатель Ленинской районной организации инвалидов, пришла просить содействия в приобретении абонементов в фитнес-центры города для возможности инвалидам заниматься спортом. Считает, что подобное развитие поможет им справиться с недугами. Не говорю, что много, вот при самых активных как-то поощрить, да, может человек бы 10, поплавать, сходить там в тренажерный зал позаниматься, вот было бы замечательно. Вячеслав Александрович признается, что сразу не всегда и не всем удается дать однозначный ответ. Но желание помочь и сделать жизнь людей лучше – основная цель встречи с населением. Каждый раз стараемся здесь уже, в этом кабинете, людям объяснить ту ситуацию, в которой они находятся. Если это в рамках решения главы, то, в общем, они принимаются буквально здесь за столом. Если это вне его рамок, то, естественно, мы выстраиваем стратегию, каким образом мы будем добиваться результата. Сидя в очереди в ожидании приема, жители обменивались проблемами и давали друг другу советы в решении конфликтов. Но что бы кто ни говорил, прежде всего люди надеются, конечно, на помощь представителя власти. Вопросы в этот день, как всегда, были разными, но важными и волнующими. Народный депутат к каждому отнесся с вниманием и старался уделить достаточное количество времени, чтобы разобраться и найти пути решения. Алексей Мельников, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.